Ohne Neid, Tiobas, mit der Kiat, der Lute und das. Ei, Tiobas, du mit Diktade drei, ja, der Jeska, du ja an Drauen. Hoi, mein, du so mein, über Ionus, hoi, du an Jontos. Antioan, Tauran, te, kai, Warnion, hega, du, was. Ent, hugel, terpe, du, dein, Tiparemenos, hoi, da, da, alloi, Zdenos ei megaruis iun piu atruju jäsen. Настроились? Начало Одиссеи, первые 27 стихов, восстановленном, аутентичном, ну, насколько это можно восстановить, о греческом чтении. Спасибо организаторам за то, что меня позвали. Я, правда, все-таки немного опасаюсь, потому что среди вас вижу много знакомых лиц. Вот, и это значит, что меня слышали. Что-то я такое новое еще особенно ничего не придумала. С другой стороны, оптимизм внушает то, что есть лица мне незнакомые. Пока еще, но, видимо, они будут таковыми. Несколько слов по поводу, да, если что, меня зовут Елена Валентиновна, на всякий случай, Алымова, я преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета и Русской христианской гуманитарной академии. Некоторые правила нашего с вами разговора, потому что я бы хотела, чтобы это был разговор. Вот как раз сейчас, до начала этой беседы с вами, я как раз Илье Игоревичу сказала, что ну вот некоторое время назад я разочаровалась в формате лекций. Монолог, по-моему, это уже не так современно. И более того, я за то, чтобы слушатель принимал активное участие в созидании некоторого смыслового поля, а не просто воспринимал и потреблял, что называется, информацию. Тем более, что способов потребить ее сейчас и найти слишком много. И в этом смысле совершенно не обязательно тут присутствовать при том, что происходит. Да, так вот, некоторые правила. Вы совершенно вольны, не знаю, там, ходить, уходить. Это меня совершенно не смущает. Ведите себя совершенно свободно, так как вам это удобно. Это формат беседы, хотя, конечно, большая часть этой беседы будет моим монологом. Я задала там тему, сразу скажу, сформулировала ее, вот первое, что пришло в голову. Ну, хорошо, честно, второе. Вот по поводу топосов. И список, который я предложила, он на самом деле, ну, когда я потом второй раз на него посмотрела, оказалось, что, в общем, он, разумеется, не исчерпывающий, и можно было бы там еще кое-что добавить, и, может быть, даже добавить еще, не знаю, столько же, можно дважды столько же и тому подобное. Но в какой-то момент я потом подумала, что все равно вот эти вот ключевые, они схватят то, что нам с вами нужно. Говорить я буду, в общем, о том, что, как мне кажется, я знаю и понимаю, не просто люблю, потому что сразу скажу, что вот я... Я не занимаюсь философией в как бы широком, свободном, теоретическом смысле этого слова. Ну, чуть позже я скажу, что для меня такое философия, но это просто мое отношение к некоторым вещам. Итак, собственно говоря, я буду говорить об античности и говорить буду о ней, потому что я этим занимаюсь этим профессионально. Итак, собственно, для начала, ну, у нас с вами несколько встреч, их там, я так поняла, будет 6. Вот, причем я тоже уже организаторов уважаемых предупредила, что там в субботу 10-го мне, к сожалению, придется вот, отсутствовать. Вот, и какая-то там одна не состоится. Но понятно, что за эти 6 встреч мы не сможем с вами обсудить, я не смогу вам представить в более или менее развернутом виде тот топологический, тот топосный ряд, который я хотела вам предложить. Знаете, название топоса или топология, или топография, вот слово топос, да, но на самом деле не случайно. Видите ли, дело в том, что я не буду говорить об основных понятиях, потому что если бы речь шла бы о понятиях, я должна была бы вам объяснять, как что-то нужно понимать.
я должна была бы говорить о понятиях. А я же буду говорить о топосах и, собственно, о местах. Причем обратите внимание, что вроде бы, ну, слово топос, оно откуда пришло? Ну да, оно пришло из риторики античной, оно пришло из, не знаю, там, картографии, географии. Место, конечно, место. Но вот эти самые места, почему важны, хочется оговорить, это обязательно. Потому что речь будет не только о том, что мы с вами будем сейчас вместе как-то вот пытаться созидать и собирать эти места, воображаемые места на воображаемой карте там нашего, не знаю, нашей души, нашего сознания. Нет, не в этом дело. Мы с вами попробуем не только эти места воображаемым образом реализовать, но место предполагает еще, место смысла, да, но место предполагает еще и место, в котором этот смысл зафиксирован. А для меня это прежде всего текст. Поэтому мы с вами будем говорить о топосах, в частности, как о топосах, как о местах. Местах не только воображаемых, местах не только места, как мы их понимаем, местах смыслов, но и местах, реализованных в текстах. В контекстах, текстах, и это, конечно, для меня сейчас очень важно. Единственное, что меня как-то очень порадовало, так оно случилось, ну, не единственное, конечно, все-таки, да, я по поводу своего этого списка топосов, очень получилось как-то само собой естественно, что первым топосом значится эпос, а последним логос. Видите, что в сущности закольцовывается вот эта вот самая наша топология, да, топология, логос о топосах. Закольцовывается, потому что эпос – это слово и логос – это слово. Да, это слово схвачено иначе, по-разному эпос отличается от логоса, но тем не менее, перед нами слово в обоих случаях. И еще один последнее время меня занимающий чрезвычайно момент – это тот топос, который я обозначила предпоследним. Это... Катя, давайте сюда, смотрите, сколько мест. Можете вот даже сюда сесть. Я как раз только рассказывала, что 10 числа я в отъезде в субботу. Виновник моего отсутствия. Вот. Итак, собственно, вот предпоследний, кайрос. Последнее время меня очень занимающий. Ну, я не буду сейчас, оставим это как интригу, я не буду вас сейчас особенно занимать тем, почему и как, и что это такое. Мы поговорим с вами об этом, когда будем обсуждать, я надеюсь, мою любимую софистику и, собственно, все то, что касается этого понятия, этого, не знаю, этого, да, пусть будет его концепта кайрос. Удобного момента. Время от времени я его переживаю, и всегда хочется действительно переживать этот момент. Знаете, такая точка, в которой все случается. Случается произнести слово, случается получить ответную реакцию на него, и случается при этом создать какой-то общий смысл, что-то очень важное понять. Вот этот самый кайрос, им занимались софисты. Итак. Мы с вами будем вот сейчас заниматься вот этой самой топологией. Демонстрация этих топосов, как я уже сказала, будет происходить в свете слова. Хотя, конечно, сейчас очень модным стало, ну, актуальным, скажем, не будем говорить слово модное, стало актуальным исследование визуальности. Но я даже принимала участие в некоторых исследованиях, связанных с визуальностью, но визуальность – это, в общем, не то, что меня интересует. Я все-таки буду больше говорить и, собственно, говорить буду о слове. Итак, некоторые объяснения того, каким образом мы с вами будем, ну, чтобы вам сориентировать вас, как я понимаю какие-то вещи, что я буду иметь в виду, прежде чем, собственно, перейти к некоторым уже поискам этого, местам, обозначающим эту топографию. Да, кстати, вот тут вспоминается письмо. Оно мне часто вспоминается, это как для меня в некотором смысле тоже какое-то такое, если хотите, оправдание, алиби. Письмо, которое Петрарка написал одному из своих адресатов, и в котором говорит, что вот знаете, интересует меня моя десятая эклога, говорит, меня очень интересует. Вот я ее написал, сочинил, а потом перечитал. Нет, так ее публиковать нельзя, потому что я понял, что эти строчки – это Вергилий. Измени. А потом я перечитала ее второй раз. Это строчки из «Метаморфоз Овидия». Это тоже надо изменить. Мысль заключается в следующем, что чем лучше мы что-то знаем,
чем больше мы с чем-то знакомы, тем скорее мы это начинаем, мы начинаем воспринимать как свое собственное. Это я все к тому говорю, что если вы вдруг в моих рассуждениях, а вы публика, естественно, начитанная, образованная, будете узнавать кого-то, и это правильно, узнавайте. Я ничего не придумала сама. Вот. Это как, не знаю, принципы неутерической александрийской поэзии. Это как пчела, которая собирает вот что-то такое, да, вот там она собирает, производит из этого, из пыльцы производит какой-то мед. Конечно, некоторые источники свои, на некоторых для меня авторитетные тексты из исследований мыслителей, филологов, философов, я, конечно, буду их указывать, вот, но не буду тут особенно изощряться в цитатах и в отсылках к их авторам. Поэтому вот, если вы знаете, чье это значит, тому и принадлежит. С другой стороны, помните, в нравственных письмах к Луцилию Сенека, стоик Сенека цитирует Эпикура и говорит, что оправдывается, что, дескать, вот я цитирую Эпикура, ты можешь мне там меня упрекнуть в этом, но если Эпикуром хорошо сказано, значит, это мое. Ну ладно, начнем мы вот с чего. Начну я с высказывания, с одного тезиса Мераба Константиновича Мамардашвили. Для меня очень важного. Искусство словесного построения есть способ существования истины. Искусство словесного построения есть способ существования истины. Вот это, если хотите, мое кредо. Поэтому я и буду предлагаю вам обращать внимание на искусство словесного построения. Искусство словесного построения есть форма присутствия мысли. И это присутствие мы и попробуем произвести. Вот, собственно говоря, выражение «производство присутствия» «production of presence», это я цитирую, это выражение, этот термин принадлежит Хансу Ульриху Гумбрихту, немецко-американскому теоретику. Я вообще литературовед, но вот будем называть его теоретиком или мыслителем. Это термин, который указывает на специфический способ говорить о явлениях, который этот способ Гумбрихт предлагает в качестве альтернативы интерпретации как самозабвенному поиску смыслов. Вот, собственно говоря, производство присутствия. И здесь нужно некоторые уточнения. Присутствие, presence, настоящее, то, что вот есть теперь, здесь и теперь, это все то, что способствует производству, ну, в латинском смысле этого слова, producere, буквально выведению. Говоря иначе, присутствие – это то, что присутствие не указывает на значение, тем самым отчасти позволяя пренебречь самим собой, но оно есть его носитель. Или, говоря иначе, нету содержания без формы. И тут я на Анатолия Валерьяновича Ахутина сошлюсь. Я это слышала. Возможно, это где-то еще и написано, что, собственно, форма – это и есть содержание, потому что форма держит. О чем я сейчас говорю? Я сейчас пытаюсь подвести вас к мысли, возможно, для вас очень прозрачной, но все равно я позволю себе это сделать еще раз, мысли о том, что мы не можем игнорировать, собственно, тот топос, то место, тот контекст или тот текст, который является носителем того, что мы называем смыслом и значением. Поэтому, когда собственный Гумбрихт, и, в общем, в этом смысле я вслед за ним, я предлагаю тоже вслед за ним говорить о производстве присутствия, то тут скорее нужно тоже понимать, что без интерпретации нам никак, мы всегда интерпретируем. Но здесь надо совершать некоторое движение, и это, если хотите, методическая установка, совершать движение между эффектами присутствия и эффектами смысла. И эффектами смысла, и эффектами значения, потому что без присутствия, без того, что это присутствие обеспечивает, этого ни смысла, ни значения нет. И вот в нашей связи, я еще раз повторюсь, присутствие текста, присутствие, да, которое мы будем говорить, это присутствие текста в его фиксированной данности, не обязательно письменной, об этом чуть позже, но, конечно, прежде всего именно в ней. И фиксируемая данность, и фиксированная данность текста – это есть его форма. Таким образом, для меня всегда будет важно, всегда является важным, будет важным присутствие формы. Эта проблема отнюдь не праздная.
тем, кому приходилось, ну, заниматься, я бы не сказала бы только одной там историей философии или вообще философией, разными историями и вообще всем тем, что касается сферы гуманитарных наук, эта проблема может оказаться очень близкой. Мы все время что-то пытаемся проникнуть к смыслу, мы все время что-то объясняем, мы все время что-то понимаем, но при этом мы как будто бы все время смотрим сквозь такое стекло, которое абсолютно прозрачно, не замечая того, что смотрим мы все равно сквозь какое-то стекло, сквозь каким-то образом настроенную оптику. Здесь бы я должна была бы привести и приведу, поэтому пример, ну, сейчас, в общем, для меня актуальный, просто потому что я принимаю участие в некоторых проектах научных, которые вот связаны, в частности, с историей платоноведения. И вот, собственно говоря, это сейчас очень показательный пример, потому что, ну, что такое Платон? Из учебника в учебник, от философа к философу. Даже если учебники мы вынесем сейчас за скобки, а будем говорить только о, собственно, о философских историях философии, то философские истории философии всегда говорят о Платоне примерно одно и то же. Оперируя рядом общих понятий, которые выстроились уже традицией, на основании этих общих понятий, выстроенных и сформированных традицией, уже создаются какие-то новые смыслы. И, в общем, в этом отношении Платон, как Платон, нам вообще уже становится неважным. Мы уже знаем все про теорию идей, про теорию познания, про бессмертие души. Все само собой естественно. Мы уже знаем про общие понятия и так далее. Мы знаем страшное, мы знаем о знаменитом споре Аристотеля с Платоном. Кстати говоря, этот спор, существование этого спора не признавал Боэций. И если бы не обстоятельства совершенно определенные, то, возможно, он осуществил бы свой проект, а именно перевод Платона и перевод Аристотеля на латинский язык и демонстрацию того, что на самом деле нету между ними такого спора. Ну вот Боэций, такого фундаментального, да, ну вот Боэций этот проект не осуществил, и вот мы теперь все знаем, что Аристотель всегда все на свете критиковал в отношении Платона. Ну, самые важные вещи, по крайней мере, вот теорию идей. И вот, собственно, пример современного платоноведения показывает нам, что определенная достаточно узкая группа специалистов начинает перечитывать Платона с иной точки зрения, иначе говоря, принимая в расчет присутствие. То есть, собственно говоря, сам диалог, сам текст платоновской, которым реализуется платоновская мысль, всю его драматургию, со всем драматизмом, связанным с этой драматургией, со всей иронией. Мы знаем о иронии Сократа, но на самом деле, собственно, ироник – это Платон. И вся его ирония, она реализована, она показана в присутствии платоновских текстов. И вот, собственно говоря, не замечать это сейчас – это уже странно. Это странно, это значит, на самом деле, не читать Платона как Платона. И более того, до примерно, вот действительно, где-то до середины, ну, не знаю, середина, там датировать все это довольно сложно, ну, в общем, до какой-то, там, не знаю, до последних десятилетий, не знаю, 20 века, Платон интерпретировался всегда и читался, и в некоторых, даже академических средах, продолжает читаться неоплатонически. Мы уходим от Платона и тем самым закрываем и замыкаем смыслы, если мы читаем Платона неоплатонически. Я могла бы привести сейчас ряд мест, но не буду это делать, потому что, вот смотрите, я же заявила там что-то такое от архаики до Платона. Кстати, я сейчас объясню, почему до Платона. И поэтому мы с вами будем совершать некоторое движение, и оно будет вот такое вот, челночное. И я буду говорить о каких-то архаических вещах, а потом, как у Платона. Это движение будет совершаться по-разному, но Платон всегда будет у нас с вами в центре нашего внимания. В более узком смысле присутствие, о котором говорю я, это греческий язык в разных его проявлениях, так как именно топосы греческой мысли я и собираюсь представить. Причем о языке я сейчас говорю отнюдь не в привычном нам философском смысле, там философия языка и тому подобное. Я сейчас говорю, собственно, о том, и возвращаюсь опять к словам Мераба Константиновича Мамардашвили. Я говорю о языке как искусстве словесного построения, только искусстве словесного построения на греческом. Оригинальные тексты на самом деле непереводимы. Они непереводимы, и в этом смысле, ну, я не знаю, я могу отослать вас к статье, к работе одного из переводчиков Платона, к Татьяне Вадимовне Васильевой, к сожалению, уже ушедшей из этого мира, к ее статье «Беседа о логосе в платоновском тет-а-тете».
И, собственно, в своей статье этой, она переводчик-то это как раз того, который вот в это самое наше классическое издание входит. И она приводит примеры трех, по крайней мере, переводов, которые были до нее. И все преткновение, камень преткновения, перевод слова «логос». И видите ли, в чем дело? Оказалось бы, что может быть проще? Ну и так понятно. Но на самом деле тексты разные. Я уже не говорю о том, что непереводима поэзия. Поэтический текст существенно присутственен. Он вне своей фонетической выразимости не существует. Я могу просто процитировать. Это мое любимое стихотворение. Мне вообще кажется, что... что вот после этого стихотворения можно было бы, после такой поэзии можно было бы вообще больше стихов не писать. Это «Археолог». Кто-то, возможно, слышал, я бесконечно в моем, так сказать, его цитировании, я бесконечно это везде делаю, не упускаю момента. «Эндоримен мой мадзаме магмене эндоридойнос ис марикос пино эндорикеклеменос». Все эти аллитерации, эти такие сонации, это сочетание звуков, оно ни в каком переводе, даже в самом замечательном, ни на какой язык не может быть передано. А это существенная часть присутствия этого гениального элегического дистиха моего любимого поэта Археолога. Еще несколько слов. Мне кажется, что я как будто бы оправдываюсь. Ну, перед вами вот о чем я буду говорить, нужно оправдываться, вроде бы. Но сочтите это просто некоторым введением, чтобы поближе со мной познакомиться, что ли. Вот еще пара цитат, собственно, помимо Мардашвили. Вот человек, который произнес эти слова, точнее написал, он точно знал, о чем говорит. Цитата. «Только воплощаясь в слове, мысль впервые приходит к себе, обретает внутреннюю действительность, а не просто внешнюю сообщимость». И еще. «Мысль выясняет себя, поверяет и утверждает себя, соотносясь со словом и будучи измеренной его мерой». И еще прекрасное слово здесь — «мера». Это Сергей Сергеевич Аверинцев. Итак, собственно, в предельном я предвосхитила уже вот свой следующий тезис, в общем-то, примером, который привела, а именно процитировав Археолога, в предельном виде производство присутствия словесного текста – это поэзия. Поэтому, собственно, с поэзией, с поэтических текстов мы с вами и начинаем. Хотя не только поэтому, не только потому, что поэзия – это производство присутствия в предельном смысле. Есть, по крайней мере, еще несколько причин, которые я хочу обозначить. Причина первая. Поэтический текст, и здесь я могу сослаться на Юрия Михайловича Лотмана, это первая ступень, и это сейчас будет его слово, расподобления языка. Расподобление в смысле выведения его из обыденности. И через такое, через таковое выведение и расподобление, остранение обыденности и отстранение от нее. Между прочим, и здесь, конечно, очевидно, кто как-то со мной ближе знаком, слышал уже от меня эту мысль, которая заключается в следующем, что, собственно говоря, именно как отстранение от обыденного и привычного, и остранение — это термин русских формалистов, которые мне чрезвычайно близки, и, в общем, на самом деле они в большей степени, русская формальная школа в литературоведении, являются, в общем-то, моими учителями теоретическими, в большем смысле этого слова. Так вот, собственно говоря, именно отстранение от обыденности и остранение обыденности. Ну, то есть, как бы на простое, обыденное посмотреть так, как если бы мы не понимали, что это. И появилась та форма или тот способ взгляда и та форма мысли, которая станет философией. Отстранение привычного и отстранение от него. Мой тезис довольно парадоксальный. На самом деле он звучит, пожалуй, парадоксально, для некоторых. Но, в принципе, думаю, что вы поймете меня правильно и, в общем-то, наверное, со мной согласитесь, если задуматься, что ведь философия... Это там вот когда вот она в учебниках в разных там, это она кажется какой-то ненужной, совершенной, странной ерундой, еще очень сложной. Каким-то бытием там все занимаются, еще чем-то, непонятно зачем главное, да? Но ведь на самом деле философия,
как она появилась в своем греческом начале. Она всегда занимается простейшим, самым-самым простым, самым обыденным. Тем, что вообще-то говоря, вот у нас под руками. Я в данном случае сейчас не о хайдеггерском подручном. Вот то, что вот тут вот у нас, вот то, что вот простое. Философия занимается самым простым. Парадокс заключается в том, что самое простое и есть самое сложное. Я не случайно сейчас об этом говорю, потому что через какое-то время, ну, возможно, не на следующей нашей встрече, возможно, через, я так вот планировать не могу, но мы с вами будем говорить о языке, о логосе, как о способе выражения. Оставим пока сейчас за скобками чего. И будем обсуждать каким-то таким образом язык и поэт вместе с ним, потому что поэт всегда с языком, как и философ, между прочим. Да? Мы тут можем говорить и о Гесиоде, начало его теогонии, так и о Платоне, хотя бы того же государства, что поэт лжет. И вот, собственно говоря, вот эта вот неизбежность лжи, это тоже то, что мы с вами обсудим. И вот, собственно говоря, поэтому вот нам нужно зафиксировать простое и то, с чем имеет дело философия, простое всегда оказывается самым, что ни на есть, сложным. Вот смысл этой простоты и смысл сложности мы с вами обсудим, но уже когда-нибудь потом. Итак, собственно говоря, продолжая мысль о том, почему мы начинаем с поэзии, так еще раз повторю, потому что все-таки мне приходится быть довольно многословной, видите, вот... очень все получается сложно, да, много слишком слов. Итак, собственно говоря, поэзия – это первая форма расподобления, как бы языка, да, от обыденного. И еще, это на самом деле соображение того же Лотмана. Важное соображение, мысль, которая за ним стоит, как мне кажется, и как я ее понимаю, я вам изложу как-нибудь потом, сегодня это не в этом наша тема. В тексте происходит репрезентация реальности в сюжетной форме. О терминах потом. Расчленение, и вот, собственно говоря, цитата из Лотмана, недискретного потока событий на некоторые дискретные единицы. Конец цитаты. И дальше цитата будет сейчас продолжена. И организация их в упорядоченные цепочки. То есть имеет место семантическое и синтагматическое истолкование. И еще раз о последствиях этого сюжетного, то есть семантического и синтагматического истолкования реальности мы с вами поговорим, когда будем говорить о мимесисе. Не помню, есть ли топос мимесиса в моем перечне, но обязательно в отношении поэзии поэтического текста он обязательно будет. Следующее соображение, почему мы начинаем с поэзии. И куда тебя посадить теперь? Вот что значит нельзя. Там мои вещи, наверное, куда-то уже сдвинули. Ну, ладно, тебя посадят. Итак, собственно, следующая мысль. Почему с поэзией? Потому что в начале европейской культуры, а мы к ней принадлежим, хотим мы того или не хотим. Замечательный был совершенно вот как раз доклад... Анатолия Леонидовича Ахутина, на котором я присутствовал тоже в рамках как раз открытого философского факультета, не помню, как он точно назывался, но он касался вот его небольшой монографии, посвященной существу европейского человека, да, или судьбе европейского человека. И вот, собственно говоря, это наш мир, да, там еще прекрасный очень образ был Средиземного моря, как море среди земель, которое стягивает вокруг себя и как бы концентрирует на себе целый такой культурный ареал. Кстати, о географии, то есть о топографии в собственном смысле слова, я тоже скажу еще несколько, выскажу несколько слов чуть позже. И вот, собственно говоря, в начале европейской культуры поэтический текст. Этот поэтический текст, конечно, он проблематичен, его история проблематична, его история есть история проблем и вопросов. Это то, что называется традиционно гомеровским эпосом. Гомеровский эпос, возможно, у него были предшественники, одного из предшественников я, конечно, назову чуть позже. Вот, были предшественники, но дело сейчас не в этом. Дело не в том, кто был прежде, а дело в том, что греческий мир, я не хочу употреблять в данном случае слово «культура», хотя, ну,
почему, собственно, боевое не употребить, культура, как некоторое возделывание, да, хотя слово латинское, в общем-то, но это было бы слишком, слишком педантично, если бы мы... Да, присаживайтесь, пожалуйста. Было бы слишком педантично сейчас говорить о там, специально греческих, специально латинских корнях и так далее. Ну, будем говорить культура. Что с греческой культурой, греческий мир сделал с тем, что было у него предшественником? Да, какие смыслы и какие формы из этого проистекли и возникли? И в какое такое присутствие они были, в каком таком присутствии они были явлены? Я буду об этом говорить, возможно, тоже сейчас это будет предвосхищение, но почему-то мне кажется, сейчас об этом важно сказать. Понимаете, задумайтесь над одной проблемой, очень важной. Ведь в сущности создание поэта, я чуть позже поговорю о гомеровском вопросе, это важно, просто чтобы не превращалось все это в некоторое такое рассуждение, как бы беспочвенное с... Не знаю, если хотите, с некоторой научной точки зрения, с такой с исследовательской, да, с текстологической, собственно, с самих форм, реализации форм этого присутствия. Но тем не менее, в любом случае мы имеем дело с поэтическим текстом. И этот поэтический текст есть начало европейской еще и истории. Поэт стоит в начале исторического дискурса. Почему? Потому что, собственно говоря, реализация, это то, что мы имеем в гомеровском эпосе, по крайней мере, в Илиаде, это общегреческая история. Да, разных греческих племен, которые отправились и, под Трою и приняли участие в неком общем для всех событии, событии, которые их собрало воедино. Тут, конечно, я должна обратить ваше внимание, я, ну, вот я говорила, что я тут не очень много буду особенно на кого-то ссылаться, но вот опять, если вы еще не видели этого текста, посмотрите, это блистательный текст Ахутина, называется «Эпический исход». Кто не видел, я думаю, или не читал в смысле, в этом смысле, я думаю, что его надо обязательно посмотреть. Он ну, очень важный текст. Прочитайте, увидите, почему важный. Собственно говоря, об этом стоит задуматься. История как создание поэтов или поэта. Так, и как бы третье соображение, почему мы начинаем с поэзии, будет заключаться в следующем. Не знаю, очень хочется это соображение приписать себе самой, но, во всяком случае, как-то у меня так эта мысль как-то сформулировалась когда-то, и где-то я даже ее прописала, в смысле зафиксировала. Знаете, ведь если задуматься, фактически каждой великой, такой значительной, парадигмальной философской эпохе предшествует великая поэзия. Но вот греческому миру, греческой философии Гомер, без него это невозможно. Ренессансу Данте, новому времени Шекспир. Ну, а мы на самом деле, какие бы мы там модерны, постмодерны, постпостмодерны и так далее, что бы мы там, в чем бы мы там ни существовали, мы все равно находимся в новоевропейской парадигме. Поэзия предшествует. Итак, собственно, вот почему мы начинаем с Гомера, почему мы начинаем с поэзии, с первого для нас европейской традиции зафиксированного поэтического текста. Не только поэтического, вообще текста, потому что, ну, мы, конечно, можем говорить о критомикенских надписях, но они были на другом, в другом, как бы, ну, они тоже были разные, там, линейное письмо А, линейное письмо Б, линейное письмо А, расшифровки подается трудно, скорее всего, это даже не индоевропейский язык, линейное письмо Б расшифровано, и это, конечно, письмо, которое, письменность, которая обслуживала греческий язык, но тем не менее, и в этом смысле письменность была, но тем не менее, вот такой вот текст, который оказался культурно значимым, пайдевтически, да, то есть с точки зрения греческой пайдеи и образования, и формирования оптики, формирования взгляда на мир самым, что ни на есть, существенным, является, конечно, гомеровский эпос. Независимо от того, был ли Гомер, ну, он, конечно, был, просто кто он был, в какой момент он приложил руку к этому тексту, ну и так далее. Теперь, собственно, еще раз объяснюсь, почему до Платона, да, почему от архаики эти топосы до Платона. И тут, конечно, казалось бы, я ввожу какую-то периодизацию. Периодизация этих
Не обижайтесь, если вам покажется, что я на часы часто смотрю. Вот. Это ничего такого, просто время, и это мы с вами увидим, я вам расскажу об этом, видимо, уже в следующий раз, является в некотором смысле конститутивным принципом. Вот. Я просто смотрю, сколько времени примерно осталось, чтобы понимать, как сюжетно организовывать дальше свой монолог. Вот. А то меня иногда упрекают в этом, что я бесконечно смотрю на часы. Нет, ничего особенного в этом, я никуда не тороплюсь пока. Ну вот, итак, почему, собственно... Нет, не то чтобы вечность впереди, вовсе нет. Просто сегодня никуда не тороплюсь. Это называется, как у Винни-Пуха. До пятницы я совершенно свободен. Вот, теперь почему до Платона? Это существенно. Опять, вожу какую-то периодизацию. Периодизации этих до бесконечности. Эпох так называемых. Но чудно совершенно сказал, мне очень нравится. Это правильная мысль. Сказал итальянский философ, гегельянец Бенедетто Кротче. Он сказал, что в сущности все эпохи, они в истории эпох нет. Эпохи существуют только в головах историков. Но в этом смысле вот это вот деление на эпохи, эпохе, греческое слово, значит остановку. Ну, мы знаем там эпохе в смысле Гуссерля, там вы знаете, еще в каком-то смысле. Меня интересует исключительно просто некоторое удержание и воздержание, да, такое вот удержание, вот остановка. Итак, собственно говоря, эпохе. Эти самые эпохи, какие-то периоды, периодизация, их сколь угодно много, вот, но когда мы говорим о Платоне, конечно, первое, что приходит в голову, что ну вот как-то мы должны что-то такое про философию говорить. Вот. Я этого слова со всеми понятийными смыслами, которые там пока что избегаю, вот, но вот смотрите, какая там есть периодизация у нас? Ну, есть периодизация в учебниках у историков, да, пусть не в учебниках, вообще у историков. У историков как бы политической истории, у историков литературы. Там у историков философии есть тоже своя периодизация, по крайней мере, касающаяся такой архаической и классической философии, архаики, да, и классики, а именно там досократики и постсократики. Слово, значит, вот, которое термин досократики, да, возникшее в XIX веке лишь только. И в сущности мне нравится это деление на досократиков и постсократиков, хотя если вы посмотрели бы на текст Ницше, который называется «Философия Греции в трагическую эпоху», вы бы увидели там, что Ницше-то как раз не о досократиках и постсократиках говорит, он говорит о доплатониках. И в этом смысле он, конечно, прав. А в особенности прав сейчас некоторые замечания на полях, такое в связи тоже с некоторыми занятиями, моими тоже собственными, в частности, относительно сократических школ и вот этой вот собственно сократической традиции, к которой Платон, естественно, тоже имеет отношение. А Платон тоже в этом смысле сократик. Но я вам тоже об этом расскажу позже, не буду предвосхищать. Но дело все в том, что Сократ, с которым мы имеем дело, и Сократ как общее место философии, это, конечно, платоновский Сократ. Ну, совершенно платоновский Сократ. Поэтому, собственно говоря, Ницше прав. До Платона и после Платона. Вот. Но дело сейчас тоже для меня не в этом дело. Дело не в том, что с Платона, ну, как бы с платоновского Сократа философия становится метафизикой. Это тоже еще отдельная история. Да? Не всякая философия есть метафизика. Но после платоновского Сократа она таковой становится. Дело даже не в этом. Дело вот в чем. Дело в тех самых принципах искусства словесного построения и бытия в языке, о котором я говорю. Вот что меня у Платона интересует. Да, поэтому Платон меня интересует сейчас не столько как философ, как тот, который говорил там, не знаю, о чем-то таком, что вошло в компендиумы, в учебники философии, в историю философии, а о том, что касается, собственно, присутствия мысли в платоновских текстах. Итак, искусство словесного построения. Платон в этом смысле еще в предшествующей ему традиции. В нем эта традиция еще жива и присутствует. И, собственно говоря, в нем она приходит к своему завершению. Сейчас, я надеюсь, ну, вот, может быть, не сейчас, когда-нибудь в следующей нашей встрече, нам, возможно, это удастся еще более подробно прояснить, но вот то, что я скажу сейчас, может оказаться тоже уже вполне важным. С Аристотелем все меняется. Да? Почему до Платона? Потому что с Аристотелем меняется все. Язык Аристотеля – это мета-язык по отношению к предшествующей традиции. Ко всему предшествующему, причем не только философии. Кстати, обратите внимание, Аристотель создал историю философии. Причем создал ее такой,
что от нее не может избавиться никто. До сих пор историю философии в традиционных исполнениях представляют именно так, как это делал Аристотель. Вот эти самые деления на школы, близость по образу мысли между, там, скажем, Фалесом, Анаксименом и Анаксимандром, который, с моей точки зрения, я, возможно, сегодня, может быть, уже не успею, но обязательно расскажу вам, почему он не вписывается, Анаксимандр, с моей точки зрения, вот в эту вот так называемую классическую триаду, вот этой самой троицу, этот триумвират этой Милетской школы. Хотя вроде бы формально, географически к ней вроде бы принадлежит. Итак, собственно говоря, с Аристотелем меняется весь дискурс. Это мета-язык, еще раз, и не только мета-язык по отношению к истории мысли, но ведь Аристотель описал самые разные способы человеческой такой вот интеллектуальной деятельности. Да? У него есть трактат, посвященный риторике. Собственно говоря, риторика аристотелевская, которая сейчас у нас присутствует в трех книгах, мы имеем дело, когда мы откроем аристотелевскую риторику, это три книги. Хотя на самом деле, собственно, аристотелевская риторика – это первые две, а третья – прелекциус, так называемая. Ну, можно было бы сказать о прозе, да? Как-то примерно так. Аристотель занимается поэтикой, Аристотель рассуждает о поэзии, и там же, где поэтика, о трагедии, лирике и истории. Иначе говоря, Аристотель описал, вообще говоря, все стороны вот такой вот интеллектуальной человеческой деятельности, всей предшествующей традиции. И это, поэтому в этом смысле он мета-язык, его язык есть мета-язык. Он описывает принципиально иным языком, это очень легко прослеживается после чтения, там даже Платона в переводах, Аристотель выглядит и читается совершенно по-другому. Я уже, в общем-то, сказала в самом начале о том, что, с моей точки зрения, я эту мысль развивать не буду. Ну, потому что я вообще про Аристотеля говорить специально не планирую. Но все-таки, вот есть такая у меня мысль, я в этом смысле совершенно с Боэцием. Я вообще считаю, что Аристотель – это последовательный платоник. И еще раз, вот этот вот неосуществленный проект Боэция, он, конечно, жаль, что был неосуществлен. Более того, Аристотель научил нас читать, в частности, читать Платона. Иначе, на самом деле, я должна была бы, наверное, сказать так, не научил читать, а должен был бы научить нас читать, если бы мы к этому внимательно относились. Если бы Аристотель у нас не был бы только лишь каким-то текстом, связанным с историей философии, как историей метафизики, историей мысли. Примеры того, почему и каким образом Аристотель должен был бы научить нас читать, то есть, собственно, основания, не примеры, а основания, я уже приводила и приводила все в связи с тем же платоноведением. Дело все в том, что до сих пор, я повторюсь, это для меня мысль животрепещущая, ну, в силу просто моей профессиональной деятельности, что до сих пор Платон, очень часто читается платоновские тексты, читаются неоплатонически. Это касается не только, так сказать, учебника для всех, учебного для всех неоплатоников текста «Диалога променит», но это касается и очень важного места в шестой книге «Платоновского государства», там, где говорится, собственно, про идею блага. Неоплатонически. Но на самом деле, собственно, что значит научить нас читать? Аристотелевская морфология должна была бы научить нас читать. В аспекте открытых Аристотелем, вернее, обнаруженных им, фундаментальные основания, это, конечно, что-то такое тавтологическое, но тем не менее, а именно усия и вот этого вопроса о тестен, вопроса о что. Кстати говоря, само слово усия, да, это ведь, в общем, производное от причастия женского рода, от глагола «быть», буквально «сущее», да, «существующее». Ну, переводят по-разному, переводят, там, кто-то переводит как «substance» и так далее. Дело сейчас не в этом. Дело не в корректности или некорректности перевода, точности или неточности. Я уже говорила вам, что никакой перевод никогда не может быть точным. В этом смысле перевод всегда есть уже интерпретация, и здесь, если вас интересует подобная проблема, обращаю вас к тексту Умберто Эко, который говорится «Dire la stessa cosa», сейчас «сказать то же самое», как-то так это называется, вот, а именно о теории перевода и, собственно, о практике перевода. И вот, собственно, вот это вот самое усия, которое есть всегда оформленное нечто, да, всякое сущее не может быть неоформленным.
и вопрос о что, то есть о форме, а вопрос о форме это всегда есть вопрос о смысле. И, собственно, усия – это то, что есть, вот, может быть в адеквацию приведено к тому, что Гумбрехт, ну вот я, воспользуясь его термином presence, да, называю присутствием. Поэтому на самом деле Аристотель должен был бы научить нас читать. Он должен был бы научить, вообще-то говоря, посмотреть на обязательность формы платоновского текста. Еще раз говорю, что некоторый достаточно, правда, узкий круг современных исследователей Платона, очень узкий круг, вот именно так и читает, да, пытается читать, не пренебрегая формой. Но обычное философское, философствующее платоноведение этой самой формой пренебрегает. Вот этого делать нельзя, потому что тем самым мы впадаем в догматику. Вот философия тоже такая вот интересная вещь. История философии, в общем, или, не знаю, там, философия, история философии, она из Платона превратила в догматика. Сейчас можно писать статьи о консерватизме Платона или что-то такое там. На самом деле Платон революционен. Да? Это никакой не консерватизм и так далее. И в этом смысле нельзя догматизировать. Вот самое страшное, что может сделать, что может, какого эффекта может достичь философия, вот в таком традиционном смысле, если угодно, в некотором отношении даже академическом, это превратить все на свете в догматику. Это невозможно. И вот я теперь о том, я обещала, да, сказать с самого начала, как я понимаю философию. Не потому, я не занимаюсь ею, да, но в некотором смысле я ее практикую. Но практика философии, это есть философия, есть практика свободы. Причем свободы от чего? А вот от обыденности и привычности смыслов. И вот, собственно говоря, когда я начинала с того, что действительно гомеровский эпос «Гомер» лежит в начале целой традиции интеллектуальной, поэдевтической, культурной европейской традиции, я как раз имела в виду, да, когда вот в этом самом слове у нас отстраняется и остраняется обыденное и привычное. И вот, собственно говоря, вот это вот все время вот это вот напряжение зазора между мною и привычным, и обыденным, да, что в самом широком смысле можно было бы назвать таким мифологическим сознанием или мифологическим мышлением. Так тоже это Мераб Константинович Мамардашвили в каком-то месте, не помню уже точно где, кажется, в лекциях по введению в философию, он говорил о том, что миф, я могу сейчас ошибаться, собственно, в отсылке, миф, мифологическое, собственно, сознание, это такое сознание, которому все всегда уже понятно. В мире мифа никогда нет вопросов, потому что любой возможный вопрос, ответ уже предвосхищен. И, кстати говоря, это мое понимание того, на этом основано, почему из мифологии и из мифа никогда не может произойти философия. Поэтому вот когда пишут про какие-то мифогенные теории происхождения философии, это для меня нелепость. Из мифа может получиться только миф и ничего другого. Это не значит, что это плохо, я ничего не осуждаю в данном случае. Это наше естественное состояние. Ну вот, как я обычно говорю своим студентам, самый философский предмет, ну вот в аудитории, и это, наверное, знают вообще, наверное, все преподаватели, это что? Это стол. И вот, собственно говоря, ну вот сидишь за столом, да, и там стоишь, там, не знаю, за этой квазикафедрой, да, стол. Вот если я буду всякий раз перед тем, как сесть за стол, задаваться вопросом, а что это? Да, я никогда не совершу действия. Ну, мы тут с вами оказываемся в гамлетовской ситуации, да? Поэтому нет, понятно, что мы живем в мире всепонятности. Понятно, что в мире всепонятности, иначе было бы невозможно. Но время от времени мы должны совершать усилия по тому, чтобы от него освободиться. Это освобождение, есть вот это вот освобождение, связанное с этим с зазором. Как я говорю, отстранением, или вот повторяя вот этот замечательный совершенно, изобретенные русскими формалистами, читайте их обязательно, Якобсон, Шкловский, Тынянов, ну, Якобсон в большей степени лингвист, а вот литературоведов я имею в виду, Шкловский, Тынянов, Эхенбаум. Это остранение, да, это когда я на привычную вещь смотрю странно. Ну, собственно говоря, то же самое практиковали в поэзии, например, Абериуты. Ну, там, Хармс, тот же Введенский. И в этом смысле читаете их поэзию, и это будет философская аскеза, если хотите. Да? Но философская, это не значит, что я только философией занимаюсь. Собственно говоря, именно так ученый должен относиться к тексту. Но я не могу читать Платона,
даже если я читаю его на языке оригинала, читать его так, как будто бы, ну, боже, и так все понятно, да? То есть вот слово что-то значит, у слова есть значение, у него есть какой-то однозначный референт, мне все понятно, я вам потом перескажу, что имеет в виду Платон. Там он имеет в виду, там, не знаю, что идея блага, это что-то такое, что... А всему дает бытие и существование, но при этом превышает само существование. Да? Ну и вот и на этом основании объяснять, что в этом смысле она трансцендентна, ну и тому подобное, непознаваемое, и тому подобное, и так далее. Итак, собственно говоря, вот эта вот самая философия или философствование, это есть некоторая практика вот этой самой свободы. Вот в каком смысле я ею занимаюсь. Свобода, причем не вообще... А вот в данном случае совершенно простых прагматических вещах. Извините, я еще раз гляну на часы. Итак, вот, собственно говоря, мы немножко поговорили о топосах. Что, собственно, я имею в виду? Топология, вот, рассуждение о топосах, что топос – это не просто сгусток смысла, что вот эту тему топология, как я там обозначила, топография, топология античной мысли греческой от архаики до Платона, ее нельзя было бы перевести в тему под названием «Основные понятия греческой мысли». Вот это не основные понятия, это именно топосы, у которых мы должны обнаруживать места, где эти топосы реализуются. И это текст, и то как. Мы об этом будем говорить тоже в свое время. Я делаю некоторые такие пробросы вперед. Ну вот. И теперь, собственно говоря, можно к самим топосам. Вообще-то, мне кажется, и из моего предшествующего рассуждения, по всей видимости, это стало уже понятно, что для меня каким-то совершенно обязательным такой, не знаю, священной коровы является Гомер. Абсолютно совершенно точно, я восхищаюсь. И здесь я перестаю иногда перед Гомером, я просто перед его текстом, я просто перестаю, иногда теряю способность как-то так трезво мыслить, потому что меня восхищает в нем все. И в этом смысле Гомер для меня есть сам по себе топос, фундаментальный топос греческой мысли, античной, европейской в этом отношении, но и есть то место, где собраны еще и смысловые разнообразные топосы, которые найдут свою реализацию и актуализацию во всей последующей греческой, античной, европейской мысли. Как угодно сейчас античной, там это, знаете... тоже известная Михаил Михайлович Бахтин ссылается это как на известную гимназическую шутку, ну, гимназистов, да, что вот древние греки не знали о себе главного, они не знали, что они древние. Но вот в этом вот смысле это важный момент, потому что, ну, в любом случае мы оказываемся вот в этой вот в ситуации такой некой темпоральной, хронологической, хотите ее назовите, дистанции от того феномена, который мы изучаем. Ну, пусть они для нас будут греками, в конце концов. Ну вот, я сказала... Должна была бы, наверное, сказать, что практически всех топосов греческой мысли Гомер является хранилищем. И вот это вот практически, это оговорка на всякий случай, ну, мало ли там еще какие-то появятся, но для того, чтобы у меня какое-то алиби было. Вот. Не собиралась вдаваться в проблему гомеровского вопроса, но два слова все-таки скажу. Для чего я скажу два слова по поводу гомеровского вопроса? Просто чтобы было понятно... о каком тексте я говорю, да, о каким образом понятом тексте говорю я. Значит, гомеровский вопрос возник, по всей видимости, ну, в классическом своем изводе в XVIII веке. Так шпролегомен к Гомеру Вольфа, так Августа Фридриха Вольфа, так и вот, собственно, с середины вот XVIII века и в дальнейшем это такое некое новое состояние этого вопроса. Но надо сказать, что у Вольфа были критики, они говорили, что нет-нет, Вольф, он там очень многое воспринял из рассуждения о Гомере, такого теоретика, не знаю, исследователя Гомера, француза Аббата, Аббата по фамилии, по имени Добиньяк, это XVII век. Многие его аргументы восприняли. Вот. Но на самом деле, конечно, Гомера начали изучать и интересоваться им вот просто-таки практически тогда же, когда текст и, собственно, возник. И есть, конечно, да, я буду говорить все время об эпосе Гомера, о гомеровском эпосе, ну, хотя вот вопрос о том,
какова биография Гомера, кто это, в какой момент он приложил свою руку к созданию этого эпического сказания, это вопрос довольно сложный. Вот. Но в поздней античности появилась такая эпиграмма, эпиграмма короткое стихотворение, которое, вовсе не насмешливое, а просто короткое, которое вот выражает все, весь драматизм, да, и все отношение такое драматическое к Гомеру. «Семь городов, пререкаясь, зовутся отчизной Гомера. Смирны, Хиос, Колофон, Пилос, Аргос, Итака, Афины». Вот все претендуют. Всем хочется, чтобы Гомер был их. Этим, в этом смысле авторитет гомеровского эпоса совершенно вот потрясающий. Опять же, отсылаю вас к такому, ну, чтобы вы там не читали какие-то, ну, это понятно, само собой хотите, делайте это, но просто вот, вот к этому, как я сказала, замечательному тексту Ахутина «Эпический исход». Мне кажется, его обязательно нужно прочитать. Вот. А в этом смысле это авторитетный текст. И авторитет его подтверждается тем, что на самом деле вся последующая традиция так или иначе пыталась как-то его подвергнуть деструкции. Приведу два примера, сейчас этого будет достаточно, хотя на самом деле и лирическая поэзия греческая, о которой мы будем с вами говорить обязательно, ну, наверное, уже в следующий раз, когда будем разбирать такой, такой топос, как этос. Этос и патос. Когда у нас будет с вами два таких топоса, мы с вами будем говорить о лирической поэзии и о греческой трагедии. Этос и патос. Ну вот. А я приведу сейчас два примера, такие, которые вы на самом деле знаете, просто вот, чтобы не множить тут цитаты, что-то такое не объяснять, потому что гомеровским вопросом специально я заниматься совершенно не собиралась с вами. Это Парменид, всем известный. Вот тот самый, который, значит, про то, что быть есть, не быть не, не быть не есть. Так, и ничего такого нет. Но там есть проэмик поэме. И этот проэмик поэме совершенно гомеровский. Вот, вот просто совершенно. Это явная совершенно полемика с Гомером. Ответ ему. Правда, забавно другое. Забавно другое, что вот этот самый путешественник, он же, разумеется, Парменидов Одиссей. Вот что тоже важно. Мы с вами будем говорить об этосе и патосе. И я скажу, ну, видите, уже предвосхищаю, такая фигура пролепсис риторическая. Я обязательно вам скажу о том, что фигура Одиссея, она совершенно фундаментально парадигмальна для всей европейской культуры. Человек в европейской культуре – это все время Одиссей. Это не обязательно нам тут с вами, не знаю, куда бы мы ни посмотрели. Это, собственно говоря, и греческая трагедия, это и Сократ платоновский всегда Одиссей, это и, не знаю, это средневековые вот эти вот, не знаю, там, путеватели души к Богу Бонавентуры, это божественная комедия Данте, я уже не говорю, извините, про, собственно, Улисса Джойса и так далее, и так далее, и не знаю, там, или Венечку Ерофеева. Это все равно Одиссей. И вот, собственно говоря, Москва, петушки, да? И вот, собственно говоря, это фундаментальная вещь. Человек как странник, странный странник. Это открытие, которое, вот топос, который зафиксирован топически, в смысле топосно там вот зафиксирован гомеровским эпосом. Но удивительно другое, что это самый Эйдос Фос, всезнающий муж, да, про которого там, значит, вот эта самая поэма начинается, значит, вот эта самая, где что-то она у меня тут, тело что-то вам тут такое про поэму, про эту, вот, начинается, ладно, не буду, Эйдос Фос, да, буквально вот этот всезнающий, знающий муж, да, ну, помните, начало этой поэмы, да, вот, про меня-то, собственно, да, Эйдос, причастие знающий, в смысле узнавший, но это однокоренное со словом Эйдос, идея в Эйдос, потому что увидевший. Это, конечно, нас отсылает, в общем, к Одиссею тоже, но и, между прочим, к Гильгамешу, потому что под этот поэма о Гильгамеше, эпос о Гильгамеше, он ведь называется о Гильгамеше, ну, вот, в всяком случае, тоже там таблички дошли в разных, как это сказать, в испорченном виде и так далее, переводов много, толкований много, но тем не менее, по крайней мере, значит, вот обычное такое название, которое транслируют с дополнением, да, все время, эпос о Гильгамеше или о все видавшем. Да, тоже довольно любопытно, эпос о Гильгамеше или о все видавшем. Вот. И вот, собственно говоря, я не буду сейчас цитировать, потому что этот текст у всех просто, можно сказать, уже наизусть, этот проэми известен. Но дело просто в том, что перед тем, как совершить остановку совершенно окончательную и прийти к многословию, но тавтологии через это многословие, вот удивительная вещь.
это потом на самом деле повторит Платон в Пармениде, в первом гипотезе рассуждения, когда он полагает единое, которое просто едино, без того, чтобы полагать его сущим. Это будет такое, слов много, а хотим сказать одно и ничего больше. Это одно не выражается в своей простоте. Оно все равно может быть только таким тавтологическим. Ну вот, но дело в том, что перед тем, как прийти к этой остановке, про Эмий вспомните. И описание этих, этой колесницы, этих втулок, этих колес, какая-то бесконечная множественность и стремительность движения. Это на самом деле стилистика гомеровского эпоса. Потому что если на него смотреть внимательно, читать его, он, знаете, он ведь так, он кинематографичен, не знаю, правда, в чьем духе, я не то чтобы очень сильна в кинематографе, но тем не менее, вот я себе представляю, да, это движение камеры, которое просто фиксирует все то, что есть. Во всей своей, вот просто все то, что есть, без монтажа. Вот то, что есть, да, а есть все время множественность. Есть все время множественность и движение. И вот это... Это Эйдос Фос Парменидов, это, конечно, Одиссей. И более того, там слова такие, да, путь, там полюфемус, полюфемон называется, гудон полюфемон, да, это нас, конечно, тоже многословный, многовесный, да, и Одиссей-то у нас тоже, если мы вспомним, он был полютропус, его почему-то называют хитроумным, ну, в смысле, в переводе, возможно, хитроумным, но штука-то вся в том, что полютропус, тот, который много троп знает, да, это который знает много, и везде подчеркивается одно, подчеркивается какая-то множественность. И вот, собственно говоря, этот премий, он абсолютно гомеровский. И все. А потом остановка. В гомеровском же стихе, в гомеровском же гекзаметре, в эпическом размере. Но такая вот своеобразная тавтология. Ну вот. И следующий пример, который можно было бы привести, тоже пример, который нам с вами рисует перспективу того, что я заявила в качестве вот этой самой как бы темы, границы этой темы, да, от архаики до Платона, это Платон. Я вот буду так, я не буду, вот эти топсы я буду описывать скорее таким каким-то, не знаю, отчасти, может быть, случайным способом, ну вот так, да, начали с, вот, единственное, эпос и логос не случайно, да, потому что для меня греческий мир, античный мир, европейский мир – это мир слова. Не случайно человек определяется как существо логосное. И мы будем еще говорить, надеюсь, о щите Ахилла, и мы будем там люди тоже определяются, как те, которые говорят. Человек – это всегда существо говорящее, это фундаментально. И вот поэтому вот эти два важных. Все остальное, возможно, вполне случайно. Неважно, в каком порядке это представлять. Вот. Но тем не менее, вот мы будем так не в хронологии двигаться, а вот так вот начало и Платон всегда. И вот, собственно, Платон. В диалогах Платона, философии Платона Гомер постоянно присутствует. Гомер это вообще говоря, это на самом деле вот тоже Татьяна Вадимовна Васильева в своей книжке «Афинская школа философии», она это как-то красиво написала. У нее там название главы, я сейчас точно не помню, как оно называется, что-то вроде того, что Платон как соперник Гомера. Но это совершенно понятно. С кем же еще Платону соперничать, как не с Гомером? И вот, собственно, Гомер у Платона присутствует постоянно. Присутствует он, во-первых. Ну, мой перечень тоже, он не исчерпывающий. Может быть, он еще как-то присутствует. То есть, я бы даже сказала так, он еще как-то присутствует, но просто у нас с вами нету времени для того, чтобы посвящать только Платону и присутствию Гомера в платоновском тексте. Значит, как весьма существенный, если не сказать просто существеннейший элемент сюжета, то есть некий элемент стихии, да, стихия сюжета, его диалогов. Конечно, прежде всего, это государство, которое просто-таки построено по типу Одиссея. Я уже коллегам, с которыми нам приходилось платоновское государство в рамках курса читать, я вот не устаю об этом говорить, это постоянно, просто вот, если хотите, тоже моя любимая история, которую я всегда рассказываю. Да, с чего все начинается? Все отправляются в Пирей. Пирей – это где? Пирей – это гавань Афинская, Пирей – это побережье. Спускаться из центра земли к побережью, к морю, по-гречески катабайно, совершение катабасиса. Катабасис – это спуск вниз. Герои спускаются вниз, вроде бы хотят посмотреть на праздник и вернуться в город, то есть совершить анабасис. Но удерживают их там. Фактически весь диалог государства проходит в где?
где-то внизу, ну, как бы в самой пещере, да, и эта пещера, образ пещеры, снова повторяет всю эту историю с анабасисом и катабасисом. Это движение вверх и вниз. Это не только хронологическое, об этом тоже мы в свое время скажем, но это и пространственная структура платоновского диалога государства. А с чего все начинается? Как это связано? А это связано, простите меня, с началом гомеровской Одиссеи. Потому что... сейчас я вот что-то тут заготовила, а в итоге ничего найти не могу. Даже закладки какие-то сделала. И это все фактически первая книга Одиссеи, где, как вы помните, все начинается с того, что нимфа Калипсо, она удерживает в пещере удерживает Одиссея. Но Калипсо имя говорящее, Калюпто – скрывать. Да? И в этом смысле выход Одиссея, уход Одиссея от Калипсо – это есть в некотором смысле анабасис. Уход из пещеры, выход на свет, если угодно. Вот, собственно говоря, вот эта вот парадигма, этот образ, этот образец – это то, что очень интересует Платона. Платон это всячески, конечно же, использует. Дальше. Следующее, что для Платона важно в смысле, конечно, гомеровского эпоса и Гомера, это провокация. Гомер провоцирует Платона, ну, в частности, Гомер, на самом деле, не только, потому что для Платона, конечно, фундаментальным источником платоновской философии и таким бесконечным, постоянными его соперниками, ближайшими, являются софисты. Что тоже говорит о важнейшем влиянии софистики, о ее авторитете, об авторитете софистов. Но об этом тоже мы поговорим, об этом я говорить могу вообще бесконечно. Ну вот, как провокация вопроса о знании. Опять мы можем к чему обратиться? Мы можем обратиться к тому же государству, ну как минимум, да, то есть вот тексты, которые как бы у всех на слуху. Потому что понятно, что там профессионалы, те, кто занимаются философией, и вообще, наверное, просто образованные люди, гуманитарно образованные, они должны вот, собственно, по-другому нельзя быть образованным. Образование есть гуманитарное образование. Вот, это значит, вот, ну, наверное, читали какие-то еще тексты, но дело не в этом, я просто к самым показательным. То же самое государство и диалог ИОН. ИОН, причем обратите, кстати, внимание, вроде бы и он как будто бы про поэтов, но на самом деле он не про поэтов. Он про Иона, который рапсод, и который на самом деле является интерпретатором гомеровского эпоса. То есть он не сам сочинитель, он его представляет и как-то интерпретирует. И вот он толкователь Гомера, и он должен был бы знать, в чем существо поэтического дела и в чем сведущ поэт. Однако выясняется, что и он этого не знает, да? Диалог такой апоритический, да, вот апория у нас есть, затруднение, и мы вот не имеем никакого выхода. Особого внимания дальше заслуживает случай диалога Фидон. Это вообще замечательное место, которое меня очень занимает. Помните в самом начале, Бог с ним, с четырьмя этими самыми доказательствами бессмертия души? Тоже мой любимый вопрос. И те, кто меня хорошо знают, знают, что я всегда его задаю. Убедил ли вас Платон в том, что душа бессмертна? Вот. Самые честные отвечают, что нет. И правильно, а он и собирался, зачем, что это за убеждение. Да? Но с другой стороны, то есть нельзя быть убежденным в том, что душа бессмертна, если ты до этого уже в этом не убежден. Ну ладно, это отдельная история, связанная вот как бы с этим вот способом, не знаю, способом коммуникации и понимания. Мы это обсуждать сейчас не будем. Но дело не в этом. Там ведь зачин интересный, который Платону очень важен. Не будь этот зачин важен Платону, его бы не было. Понимаете, Платон мог бы написать философский трактат. Но он почему-то этого не делает. А зачин такой? Во-первых, собственно, Файдон, между прочим, да, персонаж-то вполне исторический, но смысл тоже имеет его имя, Файдон, это светлый, собственно, да, вот имена в платоновских диалогах, имена его персонажей, ну, понятно, что, в общем-то, почти всякое имя мы можем как-то этимологизировать, это нормальное состояние называния, да, и нарицательное становится собственным. Но дело сейчас не в этом, а в том, что они совершенно особым образом играют в самой сюжетике платоновских текстов и для понимания важны. Собственно, да, Фос, светлый, да. Вот. Помните, там, значит, получается интересная история. Вот, значит, вот Сократ перед смертью. Об этом мы еще поговорим, потому что там есть интересные моменты некоторые, связанные с датами рождения, с праздниками, но об этом чуть позже. Как-то так освобождается от вот оков, которые его
ну, препятствовали чувствовать себя свободным и говорить, что вот, если бы я не знал там, что такое боль, мы не знали бы даже, что такое свобода и наслаждение. Вот. А потом, значит, выясняется следующее. Да, а диалоги-то пересказанные. У Платона почти все диалоги пересказанные, что тоже очень важно. Но почему нельзя все представить нам в актуальном времени? Почему, как правило, каждый текст отбрасывает нас в какое-то неопределенное прошлое? И вот, собственно, речь идет дальше о том, что, собственно, Федон об этом и говорит своему собеседнику, что вот пока мы разговаривали с Сократом вот сначала, он выглядел счастливым человеком. И мы радовались, он был счастлив. А вот его рассуждения нас не убедили, они нас не утешили, они не успокоили. Я не помню сейчас точно, какое там слово, но... а рассуждения разочаровали. И так видят они счастливого человека, но когда он начинает рассуждать, это не убеждает даже собеседников его, даже его учеников. Рассуждения разочаровали. Но до этих самых рассуждений замечательная, труднопонимаемая сцена. Сократ рассказывает о своем сне, о том, что вот у него навязчивый сон, что вот он всегда занимался философией и думал, что вот это и есть служение музам. А сон-то навязчивый. Поэзии очиститься надо. И вот, собственно говоря, довольно любопытное дело. А что, собственно, там происходит в итоге? Очищается ли... А поэт мифы творит. А очищается ли, собственно говоря, Сократ поэзии? Что такое поэзия? Да, кстати говоря, там тоже поэт, который должен был бы последовать за Сократом, да, если он мудрец, его зовут Эвен, да, или Эуэн, Эу. Наречие греческое «хорошо», «эн», но это имперфект глагола «быть». Ну, буквально что-то такое, да, такой, ну, не знаю, там, какой-то такой, не знаю, что-то счастливый, но вот в имперфекте, например, да, в прошедшем времени, в таком несовершенном виде. И вот, собственно, это поэт, да, такой. И вот, собственно, кто очищается поэзией? А Сократ в итоге, очевидно, творит рассуждения, которые не убеждают его собеседников, но при этом речь идет об очищении поэзии. Возникает, собственно, вопрос. А может быть, на самом деле, собственно говоря, поэзия здесь, поэзия не та, которую должен был практиковать сам Сократ, как персонаж платоновского диалога, а поэзия, как сам, собственно, диалог, автором которого является Платон? Кто очищается? Где здесь поэзия? Но поэзия очиститься нужно, да? Поэзия как способ, как катартический способ, как очищение. И тут, конечно, вот эту вот всю сложность мы должны еще умножить за счет чего? А за счет платоновского, помните, в том же «Государстве» рассуждение о способах подражания. В том месте, где он говорит о том, как надо воспитывать. И вот он говорит, что есть три типа подражания. Есть тип подражания посредством монолога, гимнический тип подражания, гимн. Это самый лучший, хотя на самом деле никакие типы подражания невозможны, все это нехорошо. Но есть гимнический, а он монолог. Есть эпический, ступенью ниже, там есть диалоги, там есть персонажи, там автор, в монологе автор вот присутствует сам по себе, автор, вот он есть, это его слова. В эпическом там автор перевоплощается все время, да, принимает роль, играет роль разных персонажей, но зато он там все равно как-то присутствует в языке. И самый худший – это драматический, то есть по типу трагедии, ну и, разумеется, комедии. Кстати, тоже одно замечание, и об этом я, возможно, ну, там, понимаете, в некотором смысле я импровизирую, вот, поэтому посмотрим, как у нас там все сложится, но дело все в том, что Платон, как показывает его тексты, очень серьезно относится к Аристофану, очень серьезно. Аристофан – это тот, кто носитель самой, на самом деле, существенной, ну, вместе с речью Сократа Диотимы, самой существенной, самой важной речи платоновского пира. И позиция Аристофана там чисто топологическая, скажу я уже теперь, она тоже очень важна. Об этом я обязательно вам расскажу, потому что мне кажется, это важно. Но уже не сегодня. И вот, собственно, драматический тип подражания. Но посмотрите, гимнический, монологический лучше всего, потому что там автор на втором месте, эпический на третьем, драматический, а сам-то Платон. Его тексты – это диалоги. У него даже там, где преобладает монолог, в законах, например, тоже спорный текст, некоторые исследователи полагают, что законы Платона вовсе не Платона. Но я с ними не согласна, но в любом случае, неважно, оставим пока эту дискуссию, это дискуссии научные. Монолог, он все равно в рамку диалога как-то каким-то образом упакован.
Где Платон в своих текстах? Где Платон в своих текстах? Да нет его там. Да? Подражание его мысли разворачивается сугубо в драматической форме. А как же тогда самый лучший монолог? Ну и так далее. Дальше, что еще очень важная вещь. Почему, как Платон работает с поэзией, да, это тоже важно в некотором смысле в греческого понимания вообще позиции фигуры поэта, статуса поэта. Видите ли, в чем дело? Вот гомеровский эпос, о котором мы говорили, так и гомеровские вопросы, которые я не хотела раскручивать особенно подробно, все-таки касаются следующей проблемы. В какой момент греческий гомеровский эпос был зафиксирован письменно? В какой бы момент это не произошло, теорий много, это произошло явно после 8 века до нашей эры, потому что просто в 13 веке до нашей эры, там примерно в 1200 году до нашей эры, потерпела крушение критомикенская эпоха, и была утрачена письменность. И греки, собственно говоря, письменность позаимствовали у финикийцев, алфавит. И произошло это, ну, где-то в 10 веке до нашей эры греки стали колонизировать острова Эгейского моря. Так вот это вот Малая Азия, ближний так называемый Восток, вот там вот эта область семитского финикийского языка. Так и, собственно говоря, вот этот семитский алфавит, который греки революционизировали чрезвычайно, потому что в семитском алфавите нет обозначения для гласных букв, для гласных звуков, простите. Там все буквы обозначают только согласные. А греки же ряду букв финикийского алфавита придали статус гласного, тем самым позволили создать такое фонетическое письмо, что очень важно для фиксации гомеровского эпоса, между прочим. Ну вот, в любом случае это произошло после 8 века. Очевидно совершенно, что до этого времени, в течение какого-то длительного времени, там уже очень трудно восстановить, знаете, вот эти вот самые, самую толщу, сквозь толщу времен пробиться очень трудно. Но этот эпос передавался устно. Но более того, даже после, видимо, момента фиксации, я-то как раз сторонник того, что зафиксирован этот эпос был довольно рано. Вот. Ну, может быть, не в 8 веке, но, наверное, где-нибудь в 7. Хотя это абсолютная гипотеза. И сторонников там других теорий довольно много. Вот. Но дело не в этом сейчас, а в том, что в любом случае, даже если этот эпос и оказался зафиксированным в качестве авторитетного текста, он все равно рецитировался устно. Это означает специфическая форма коммуникации между автором, ну, между говорящим и его адресатом. Это всегда актуально. Книгу не берут и не читают. Книжная культура в Греции начинает появляться, вот такая вот книжная, ну в кавычках книжная, да, вот этих свитки, она начинает появляться, распространяться серьезно, так где-то, ну не знаю, там, например, во второй половине V века до н.э. И Сократ, помните, там в Апологии, по-моему, он говорит о том, что вот книгу Анаксагора можно там за, по-моему, 1 драхму купить в театре Диониса. Ну вот. А, иначе говоря, это особая ситуация устно произнесенного слова и реципиента или адресата. Вот здесь и теперь это актуальная ситуация. А то, что произносят по памяти. Обратите, пожалуйста, внимание, устное бытование эпоса. Вот до момента фиксации, когда бы это ни наступило, это память. И вот такой способ существования этого слова эпического, он, конечно, подвиг... последующие рассуждения последующих теоретиков, Платона прежде всего, к рассуждению о памяти. Память становится очень важным местом, очень важным концептом в античной мысли. И вот эта вот память, и помните, в Федре, между прочим, да, то есть поэт в этом смысле для Платона, это еще и инстанция памяти, того, кто памятует, кто помнит. А если мы будем говорить о гомеровском поэте, который не просто помнит или памятует, а который в своей памяти держит прошлое. Вот всякий раз здесь и теперь он держит прошлое, но он не просто его держит, он еще его и воссоздает здесь и теперь. Это очень важная вещь. И память – это, конечно, еще одна платоновская тема, очень Платона интересует. И вот один момент, который важен тоже в отношении Платона и его отношения к Гомеру, да, один из моментов. Собственно, тема поэтического вдохновения. Тут мы должны с вами опять вспомнить того же Иона, так и вспомнить, кстати говоря, Федра. Федр – любопытный текст. Потому что, помните, какая там получается любопытная вещь? Вот тут я, конечно, наверное, не удержусь и должна буду его процитировать. Господи,
буквально две бумаги и не могу в них разобраться. Значит, процитировать, потому что в Федре, помните, две речи Сократа, они, разумеется, о любви, любовь это некоторое такое состояние, какое-то эмоциональное, нивствовство и все там еще что-то такое. И вот это обсуждается. Заканчивается Федр, кстати, да, вот ключевой момент платоновского Федра, это рассуждение о вреде письменности. То есть для Платона это очень серьезный момент. Тоже, смотрите, почему письменность вредна? Не только потому, что текст открывается, вот он записан, но он всегда немой, он открывается каждому как угодно. А дело в том, что текст это вот, знаете, как вот, как это, как, не знаю, как флешка такая, да, вот там вот я записал, вместо того, чтобы запомнить то, что я хочу, то, что должен, я вот делегирую свою собственную память вместе со своей собственной человечностью, вместе с тем, да, потому что память это важный, вот я говорю, да, вот это вот, в греческой культуре это укоренено значение памяти. А я делегирую кому-то другому, да, и в этом смысле я ослабляю в себе вот это вот памятование, себя как человека, существо памятливое и все время держащее, актуализирующее свою память. Вот, в этом смысле письменность вредна, но дело все в том, что времена, ну, сам Платон пишет, и пишет очень осознанно, да, то есть это не просто какой-то фиксированный текст, как какие-то заметки, которые, кстати говоря, уже в поздней античности, там, не знаю, ну вот Эпиктет, да, сочинение Эпиктета у нас есть, но ведь Эпиктет же его не писал, да, это за ним там записывали это все, да, то есть в этом смысле это не просто фиксация каких-то мыслей как-нибудь, это осознанно, это серьезно, и вот он пишет, но при этом письменность вредна, да, вот почему? Потому что она как-то ослабляет память. Это для Платона очень важный момент, вот этого драматического отношения между памятью, актуальной памятью, зафиксированы в тексте. Ну ладно, короче говоря, тут уже сейчас надо будет заканчивать, и в конце вот этого своего сегодняшнего первого вводного выступления я вот про этого, про Федра. Помните там рассуждение по второй речи Сократа? Тоже Сократ, видите, могу такую речь составить, и могу такую. Кстати говоря, это очень напоминает начало Гесиодовой Теогонии. Так, где музы наделяют, я о Гесиоде еще хотела бы обязательно поговорить, он всегда как-то в стороне, а между тем Аристотель говорит о двух началах философии. Не только о Фалесе, но и о Гесиоде. И это очень важно. Вот два начала у философии есть, согласно Аристотелю. И вот, да, то есть музы наделяют поэта способностью говорить что? Псеудеа, ну как бы ложное, или же этюмой сего моя, да, значит, подобное чему-то такому, что является истинным. Вот могу так и могу так. И вот, собственно говоря, видите, Сократ, первая речь, вот хочу в духе Лисия расскажу, или еще в духе какого-нибудь оратора, а вот могу и другую речь. Ну вот, дело не в этом. Дело в том, что там, помните, обсуждаются четыре типа неистовства. Так? Неистовство, связанное с... Да, они, это все дар Божий, с прорицанием. Здесь приводится пример жрицы в Дельфах. Так обсуждается, что вот это вот есть манике, мания. Но здесь, конечно, мы должны с вами вспомнить, что Диотима у нас мантиненко, так? А мантис, пророк, пророчица. И в этом смысле Диотима как мантине, житель, да, это ее, так сказать, происхождение. Оно фонетически играет со словом, обозначающим вот это вот самое такое пророчество, пророческий дар, что тоже, в общем, интересно. Ну вот, значит, и это Платон, платоновский Сократ очень ценит и выделяет. Дальше, значит, следующий вид неистовства, так, душа, видевшая всего больше, попадает, да, следующий вид неистовства это поэтическое, да, которое служение музам, так, это такой тип неистовства. Еще один тип неистовства связанный, ну, собственно, он тут вторым значится, излечение от болезни, то есть способность вот излечивать. И потом четвертый, вот к чему пришло все наше рассуждение, о четвертом виде неистовства. Это следующий. Когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь, но еще не набрав сил, он наподобие птенца глядит вверх, пренебрегая тем, что внизу, это и есть причина его неистовостого состояния. И дальше, разумеется, это философское состояние, так, и важно, что припоминать душе, припоминать то, что там, ну, то, что вот она видела, припоминать, вообще-то говоря, да, на основании, что есть здесь, нелегко любой душе. Но обратите внимание, что между третьим и четвертым, описанием третьего и четвертого вида неистовства, рассказывается история о том, каким образом душа утрачивает крылья. И тогда получается, что, значит, душа утрачивает крылья, и этих самых падений может быть целых шесть. Значит, ну, первое падение – это душа
Нет, больше, не 6, 7, простите. Значит, первая — это душа, которая, значит, вот видела больше всего, практиковала больше всего так правильный образ жизни. Она попадает в плод будущего поклонника мудрости, красоты или человека, преданного музам и любви. Вторая — в плод царя, соблюдающего законы, человека воинственного или способного управлять. Третья — государственный деятель, хозяин-добытчик. Четвертая — человек, усердно занимающийся упражнением или врачеванием тела и причастного к таинствам. Так, пятый, ну, собственно, пятый, да, причастный к таинствам. Шестой — поэт. Седьмой — ремесленник, земледелец. Восьмой — софист и демагог. И последний — это тиран. И вот, собственно, возникает вопрос, что это вдруг поэтический дар сначала в одном месте, там вот среди таких достойных этих самых маний был упомянут, а потом при отпадении он оказался вот какой-то одной из самых нижних ступеней. Вот обратите, пожалуйста, внимание. И это все рассуждение представлено перед четвертым описанием мании и неистовства, которое и есть неистовство философствующее. И вот, собственно говоря, здесь мне кажется важным, это можно было приводить еще примеры из платоновских текстов, но вот просто мы говорим о поэзии, и вот этот поэт, поэтическая мания, она здесь в Федре присутствует. Видите ли, в чем дело? Первые три типа неистовства, поэтическое, вернее, пророческое, врачевательное и поэтическое, они не связаны с усилием прохождения никакого пути. Это просто дар Божий. Да? Вот поэт не может, вот он, Платон пишет, поэт не может быть только ремесленником, уметь. Он должен быть Богом вдохновлен. Все это Божий дар. А дальше четвертое, которое, перед четвертым, которое есть философское неистовство, неистовство философа, возникает вот это вот самое отпадение, утрата душой крыльев. И, собственно говоря, оказывается, что утрата, вот это вот описание утраты душой крыльев может быть компенсирована, или компенсировано нехорошее слово, может быть излечена вот этим последним типом неистовства, то есть философией и воспитанием. И обратите, пожалуйста, внимание, оказывается, что вот это вот самое отпадение и утрата крыльев — это в каком-то смысле начало для философствования. Обратите внимание, Платон не хочет преодолеть телесность. В этом смысле телесность для Платона нужно не преодолеть, а преодолевать. Это есть путь. Философия есть путь. Так? Мы можем вспомнить Пир с его одним из симптомов причастности человеческой природы в вечность. Что является? А является, собственно, вот это вот телесное, да, абсолютно никак не контролируемое разумно порождение себе подобных. Да? Это вот симптом принадлежности к вечности. Телесное, бескрылое, но помнящее о своей окрыленности состояние – это начало аскезы, то есть упражнения. Иначе нету смысла в аскезе упражнений. Без тела нету смысла в воспитании, без тела нету смысла в этом драматическом, трагическом, ну или ироническом, или комическом, как хотите, но этом сложном пути человека. Именно в этом же отношении, между прочим, в Федоне, а мы можем это привлечь, да, вот мои эти рассуждения, в Федоне запрещается самоубийство. Так, конечно, объясняется, что вот там мы типа себя не сами подвесили, да, вот мы от богов зависим, но это не до конца так. Самоубийство невозможно потому, что на самом деле, убивая себя, мы уничтожаем себя здесь и теперь, и вообще-то говоря, не даем возможности себе совершить важное, совершить путь. Этот путь, который для Платона есть путь философствования или преодолевания. Не преодоления, а преодолевания. Еще раз я об этом хочу сказать. Ну вот, на этой на самом деле ноте можно было бы остановиться. Вот почему. Потому что в сущности, что я сделала? Я предложила некоторое описание того, каким образом мы с вами вообще будем разговаривать. Так, то есть вот мой способ говорить о некоторых вещах. Мой способ говорить о некоторых вещах является способом, связанным с производством присутствия. В греческой мысли производство присутствия – это прежде всего текст. Визуальность нас сейчас не очень интересует, меня, по крайней мере, не очень. Так, потому что визуальность греки на самом деле тоже умели преодолевать таким явлением, которое называется, таким способом говорить о визуальном, который называется экфросис. И вот о таком экфросисе мы с вами поговорим в следующий раз, а именно о щите Ахилла. Вот. А в некотором смысле экфросис может быть совершенно чистым, даже не предполагающим никакой визуальности за собой изначально, но тем не менее, вот, по сути своей, должен был бы предполагать. А так, собственно,
топология будет связана с текстами. Мы поговорили сейчас о том, что все начинается с Гомера, хотя детали гомеровского вопроса я не изложила, но может быть там какой-то момент, когда это будет нужно и адекватно, я об этом еще скажу. Вот, и скажу, конечно, в следующий раз о том, какие же, собственно говоря, чему, собственно, Гомер научил греков. Да? Греческий мир вместе с тем европейский. Какие мысли этого гомеровского, топосы, да, будем говорить сейчас так, не мысли, а топосы будут реализованы в дальнейшем. И мы все время говорим с вами в рамках от архаики, то есть от Гомера до Платона, и поэтому я позволила себе поговорить уже о том, как вот эти вот гомеровские некоторые основания, да, которые для меня будут важны прежде всего поэтически, как они префигурируются в некоторых контекстах платоновских диалогов. Ну вот, на этом мы на сегодня, я думаю, закончим. Полтора часа истекли. Спасибо за внимание. Терпение и участие. Модераторы. Может быть, вы что-нибудь скажете, например, что можно задавать вопросы или их нельзя задавать? Вопросы всегда можно задавать. Не знаю. Вопросы можно задавать, если... Нет, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь. Стесняйтесь. А где тут кулуары? Кулуар – это коридор в переводе с французского. Покажите мне здесь коридор около, как выразился, около сортира. Да, сортира. Да, Герман, я всегда рада от вас послушать вопросы, хотя вы сами знаете, что вы-то их можете задавать в другом месте. Давайте. Можно ли в вашем смысле память назвать топосом? Касательно Катабайна и Катабасиса, по-моему, там же есть еще значение спуска под землю. Естественно, так я об этом и говорила. Это же самый фундаментальный память, конечно, топос. Тем более, что это будет топосом, в качестве топоса, опять же, реализовано, в качестве вот прямо таких, знаете, топоса, вот топоса-топоса, не какого-то зафиксировано в тексте, и не просто смысла, а вот просто-таки некоторого, не знаю, способности души у Аристотеля, у него специальный трактат есть, так, о памяти посвященный, а потом все это реализуется, разумеется, в памяти уже Августина, помните потрясающие в исповеди, которые меня больше всего там беспокоят, да, что память велика сила твоей, твоя, я не знаю, что это такое, но я знаю, что без тебя я даже не мог бы назвать самого себя. То есть память – это точка сборки, дурацкое слово, ну ладно, в общем, это точка, где собирается, простите за громкое слово, субъект. Вот. Что касается катабасиса, то, разумеется, я это имела в виду, что самый фундаментальный катабасис, который все имеют в виду, и имея в виду его не только пещеру, и не только имея в виду спуск в Пирей, но это спуск Одиссея в подземное царство, где он тоже. И это звучит крещендо в последней главе, когда мы... Конечно, естественно, конечно. И, касательно Парменида и колесницы. Я вспомнил Гомера и Гесиода, что Дурак говорит, что соберем колесницу, не знаешь, что там. Да. Да, конечно, да, 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 да. Но эта колесница тоже, знаете, тут как шло топос, сразу нужно говорить, мы о каких топосах там говорим, этих топосов что-то не назовешь. Есть топос в смысле, топос в смысле метафоры, да? Причем имейте в виду не аллегории, а метафоры. Потому что Гомер не может быть истолкован аллегорически до определенного времени. Так, аллегореза всевозможная, да, буквально аллегорео, да, говорю иное. Оно возможно там, где мы теряем, где человек начинает осознавать некоторую ограниченность и бессилие слова. Да? А вот в этом-то вся и штука, что греческий мир до довольно позднего времени, сейчас не будем тоже определять это, но, в общем-то, эпохи эллинизма и даже чуть позднее, греческий мир, он как раз и совершает это героическое усилие, греческая мысль, ладно, бог с ним, с миром, греческое усилие, греческая мысль совершает усилие по тому, чтобы выразить в слове все, понимаете? То есть в этом смысле, вот, на пределе выразимости. Да, то есть мысль и культура, она вот эта вот невыразимость и ограниченность словесного, да, которая вот за словом что-то есть, но слово это не может схватить, она это выстрадала, а не то, что с самого начала поняла, что слово там чего-то ограничивает. Ничего она не пыталась так сделать. Да. В этом смысле мы можем с вами увидеть, не знаю, там, чего там. Ну, мы можем с вами увидеть разные типы поэтического, так, которые вот... А поэзия всегда предельный, на самом деле, предельный способ говорить, это всегда поэзия.
Вот. И в ней всегда, вот, всегда в ней все проблемы выразимости. Вот. Да, так вот это я к чему? К тому, что существуют еще и метафоры как топоса, да, и в этом смысле колесница, так же как корабль, между прочим, да. Потому что вот смотрите, когда я этого самого вам археолога цитировала, почему этот археолог, почему я считаю, что он гениален? А, потому что вот это вот «эндоримен муймадзе мемагмен эндоридоинус и сморикос пино эндори кетлеминос» не только потому, что это звучит красиво с этими аллитерациями всякими, что там каждый звук продуман, все на своем месте, что это лигический дистих и все прекрасно, но в том, что в двух строчках весь эпос. Понимаете, вот у Гомера 27 тысяч гекзаметров примерно, ну, в общем, короче, сами посчитайте, сколько, я не считала, 24 книги «Илиады», 24 книги «Одиссеи», в среднем примерно по 800 стихов каждый. Так? А у археолога две строчки. Но перевести невозможно не только потому, что невозможно перевести аллитерации, а невозможно еще и потому, что эндоримен, да, у меня в копье. Дорю, копье в смысле древко копья, да, в смысле дерева. Дорю еще и корабль. Понимаете, в чем дело? Ну как перевести? В русском переводе что-то такое в копье, у меня там замешан мой хлеб, да, и что-то такое, да, из-под эсмара вино, стою, опершись на копье, правда? Но там, где копье, древко, там же корабль, там же, там, где хлеб и вино, там пир, там, где пир, там мир, там, где копье, там война, там, где, да, пью, опершись на копье, с одной стороны, это война, копье, с другой стороны, я опершись, кеклеменос, да, кеклеменос, клине, это вот та самая известная кровать, которую всегда у Платона обсуждают, на самом деле это ложе, на котором, да, вот во время пира возлежат, да, ну и так далее, вот две строчки, и все выражено, понимаете? Это вот не то, что, например, у тоже, знаете, я не буду цитировать длинных стихов, тут моя память меня подводит, но очень короткое стихотворение чудесного, две строчки. Они, правда, отчасти уже в неком таком восточном стиле, но все равно, это потому что 20 век, потому что это герметическая поэзия, так называемая итальянская, Джузеппе Унгаретти. «Tra un fiore colto e quello donato incomprensibile nulla». «Между цветком». Кстати, цветок – это... Кто меня знает, знает, что это мое любимое место. Я вообще расскажу про него. Я вас еще фьюсисом замучаю. А, значит, да, между цветком сорванным и цветком подаренным. Incomprehensible. Несхватываемое, непонимаемое, никак не схватываемое ничто. Так вот, собственно говоря, понимаете, вот это вот ничто, ну, оно называется словом ничто, да, нулля, да, ничто. Но, собственно говоря, вот это вот пространство какой-то мистики, да, какой-то, что делает цветок сорванным, а он мертвый на самом деле, понимаете, вот как нам Гомер покажет, цветок без корня, все, его нету. Почему Фьюсис, этот самый Фьюсис, как его показывает Гермес, показывает этому самому Одиссею, да, и говорит, что это фармакон. Так, почему это обязательно должен быть черный корень и белое соцветие? Почему это все? Почему это архе и телос, которые меняются на самом деле местами семантически? Почему в этом гомеровском цветке на самом деле Аристотель весь? Так, цветок мертв, если нету корня. Но вот это вот мистический акт, который оказывается цветком подаренным, а он невыразим никак. Это несоизмеримое ничто, мы не можем это выразить. Да, так вот, это как бы два разные поэтические типа. Так, собственно, вот, да, про эту самую поэзию, которая должна, и которая работает вот с этими с метафорами, да, вот археолог, как я сказала, да, вот он почему он гениален? Потому что в двух строчках все, да, вот для меня. И оно схвачено все, понимаете, все схвачено. Схвачен мир весь. А тот мир, который вот представляет собой в этом, в гомеровском эпосе представляет собой война, мир, люди, боги, герои. Да, на пиру же всегда, во время пира же всегда присутствует человек и бог, да? Это же всегда очень важно. Прочитать достаточно, ну, недостаточно, конечно, но можно Ксенофана Колофонского, да, вот, которого записывают в эти, в родоначальники Лейской школы философии, там он, значит, как-то там затесался своими рассуждениями, на самом деле, не знаю, насколько философскими, но, по-моему, очень простыми, что богов-то много, да, но божественное это каким-то образом должно быть все равно одно. Вот. А, пожалуйста, его элегии, которые Пушкин переводил, так вся эта история с пиром, да, что на пиру там люди и боги. И вот, собственно говоря, люди, боги, война, мир, опять вино и хлеб, да, вино, виноград, что получить вино, вино – это культура, да, культивация, ну, да, культивация некоторым, ну и так далее. Вот, вот он весь мир в этом.
Вот. Ну вот поэтому вот эти вот некоторые метафоры непереводимы, но они топосы. И топос корабля, он, конечно, там, помните потом все этот платоновское тоже, там как этот губернатор, да, в смысле, губернатор, в смысле тот, который кормчий, короче, да, вот, корабль и так далее. Вот. А поэтому есть метафоры, как топосы. И, конечно, колесница, она вполне, да, она довольно рано становится топосом. Еще какие-то вопросы есть? Вопросов нет. Ура! Спасибо. Спасибо за участие вам. Спасибо большое.